Встречаю вас в пижамке, любимой, пью лимонную водичку горячую. У нас в Петербурге весна, видимо, не наступит никогда. Надеюсь, что это не так. Сегодня четверг, на улице идет дождь, серо ужасно. Хотела поделиться новостями, что у меня вообще происходит, как у меня дела. Во-первых, вчера я купила билеты нам с Сашей в Калининград, забронировала квартиру. На полном рандоме пришла эта мысль в голову. Я просто с утра проснулась и такая: о, для меня самое лучшее времяпрепровождение – это быть на природе. Хочется хоть немножечко, знаете, солнышко, тепла. Я решила для себя, что в этой поездке хочу выделить минимум один, желательно два дня, когда я бы не делала ничего. Вот прям совсем ничего важного, то есть никакой вообще работы. Максимум, что я буду делать, это снимать для нас влог, потому что я это люблю. И когда я вот так вот сижу с камерой, разговариваю, для меня это рефлексия. Я осознала, что у меня в жизни крайне редко случаются такие моменты, когда я не делаю хотя бы один день вообще ничего важного. То есть я имею в виду, что провожу время так, знаете, за чтением книги, за просмотром какого-нибудь фильма или сериала весь день. Ты просто эмоционально и интеллектуально, насколько это возможно, не напрягаешься. И самое главное, на это меня натолкнула книга. Я сейчас вам ее покажу. Вот так выглядит книга, которую я сейчас читаю. Она современная, написана очень просто и понятно. Кстати, да, если вы не очень дружите с чтением, то это, наверное, та книга, которую можно попробовать почитать, потому что она, правда, написана очень современным языком. В этой книге ведется речь о молодом человеке 25 лет, столкнувшегося с таким кризисом. Он говорит о том, что не знает, чего хочет, куда двигаться дальше, и все в таком духе. И он предпринял такой очень классный шаг, просто отключиться от всех привычных дел. Он шел с университета, взял отпуск на работе и съехал к своему брату, который куда-то там уехал. То есть остался на какой-то промежуток времени один и начал свой путь к эмоциональному улучшению. Он очень часто делится списками на разные темы, именно душевные, то есть что вызывало у него хорошее настроение, какое-то воодушевление в детстве, либо еще когда-то. Это вот, да, прям буквально список вещей. Это такая классная идея, на самом деле, для того, чтобы понять, чего ты хочешь. Это вообще, я считаю, супер важно в жизни, чтобы не опускаться в какую-то эмоциональную яму, чувствовать себя плохо, подавленно, понимать, чего ты хочешь сейчас. Это очень важно. И это очень сложно. Нормальная погода, вернее, просто есть немного света на улице и не идет дождь. В отличие от вчерашнего дня, я съездила на съемку,
Мы поделали фотографии на пленку. Когда на улице такая хорошая погода, я, конечно же, очень хочу снимать как можно больше всего. И вот сегодня тот день, и я взяла с собой камеру, но я не проверила, заряжена она или нет. И она оказалась не заряжена. Я очень расстроилась, потому что мне не нравится снимать на телефон. Вот я сейчас себя снимаю как раз на него. Мне не нравится звук, мне не нравится картинка. Ну, ладно, что поделать. Просто камера, она всегда передает картинку максимально приближенную к реалистичной. То есть, как это выглядит в жизни. Я сейчас направляюсь в свою любимую кофейню. Будем знакомы. Буду есть, как всегда, пирог с вишней. Просто его обожаю. У нас сегодня снова солнечный, очень-очень приятный день. И сегодня случилось бесконечно радостное событие. Я купила себе новый объектив. Заказала на Яндекс.Маркете, и уже завтра должны мне его привезти. И меня просто трясет, вот как я хочу скорее быстрее поставить его на камеру и посмотреть, что будет. Я заказала широкоугольный объектив, и он еще со стабилизацией. То есть, во-первых, мое лицо теперь не будет вот так вот вам во весь экран. Во-вторых, будет стабилизация, да. И мы не будем так сильно трястись. Чтобы вы понимали, когда я стою идеально, не шевелясь и не дыша, все равно есть вот это вот желе в кадре. И, в общем-то, из нюансов только один. Это цена объектива. Он стоил столько же, сколько стоит эта камера. 60 тысяч рублей. Кринж? Да. Я, в общем-то, занимаюсь сегодня очень приятными делами. Сейчас пообедала и пойду на танцы. Сегодня я записалась сразу на 2 класса. В первом, как обычно, буду пробовать делать какие-то движения. Там у нас класс для новичков, а во втором классе уже попробую потанцевать. Thank you.
Thank you.